Евфрия, это лайф. Ну и вообще ЦМ-ка, чё за... Что за пик? Что это? Что? Что за пик интеллекта? Это гайд на интеллект, ребят. Рейтинг играть. Мы умрем, по-моему, все, нет? Ладно, я понял намек. Клапан. Что? Что это за пик? Не успели, пиздар. Да ты че куру купил, продай ее. Сейчас продам. Что? Хорошо. Мы че реально можем такое вообще? Варды купи. Кому дать? Фури? Я с тобой иду. Я успел там кому-то дать. Так, короче. Я готов. На топ? Да, на топ. Пошли. Вообще, ребята, ребятушки какие-то. Да? Вообще у нас что-то... Ребята, вы ребятушки, что ли, какие-то? Давайте все криты собирать. Что за игра сейчас будет, я не представляю. Понял. Я пойду арт поставлю. Забирай. Ребят, что вообще сейчас будет, вы понимаете? Костой, оставь, я возьму ее. Блин, вот придурок, зачем? Я поставил вард. Кстати, ты записываешь? Да. Смотри, всем за мной Акс гонится. Всем привет, да. Да, кстати, привет, смотри, Акс. Ну, Акс мы поем-то разведем. Разведем? Давай. Бей его. Тралим. Так, я не буду пока бить. Ой, осторожно. Беги. На тебе в лицо. А тебя никто не хочет бить. Ты дурак. Все, идем на линии. Затралили. Он сейчас не будет качать, в смысле. У нас здесь. Он просто сюда хочет бежать. Все, шейкер бьем. Давай. И этого. Угу. Тем более у нас сейчас мана будет. Ой, и дурачок что. Что я по атаке приседаю? А, сори, как так еще и говорит. Че несу? По атаке приседаю. Эй, ребятушки. Блин. А, вон он что. Пошли убивать его, че. Пошли. Я стану. Давай. Поднимай. А, сюда. Бей, с руки бей. Еще. Бью. Беги. Уйди вот сюда, уйди. Ой, парень полегче. Все, отходи. Не-не-не-не-не, поднять могу. Поднять можешь. Ой-ой-ой, Акс идет. Все, уходим. Я только скилл качал на ману. Нормально. Да, я понял. У тебя есть что покушать, дать тебе? А есть. Так, что-то надо купить. Давай ботл куплю, принесу. Не? Ботинок нужен срочно. По ботинку надо купить, чтобы разводить этих типов. Давай, да. Согласен. Вот оно, понеслась. Сейчас не добить можно будет крипа. Давай, взрывом каким-нибудь. Айти. Вообще транквил буду собирать по бору. Покушай что-нибудь. Или ты разводишь их. Вам таких типов разводить, они всегда в ближних боя. Угу. Ты ФБ поставил, да? Да. Почти. Вообще классно. Он сейчас поймет то, что не надо СС у нас.
Так, я вторую вкачиваю. Да, вторую качаю. И третий. И третий. А стоп. Первый я не макш вообще. Первый, да, один. Я всегда так нарубить. Давай, пыльни. Ай. Сейчас собрать убрать. Добил? Пам-пам-пам-пам-пам. Курочка идет. Ой, я забыл взять этот ботинок. Здесь возьми. Скилы не стесняйся. Да он у меня в магазине. Скилы заюзи. Сейчас. Второй. Дай. Домой, вот он просел там вообще. А чё, у меня реген жесткий? У 4 все. А, понял, могу по КД давать. Так, курочку апнул. Подожди, не возвращай никуда. Возьми, возьми и возврати направо. Так, все, на куру надо? Нет? Сейчас, секунду. 30 минут. 25. Я транквилую сейчас, прилетят. Понял, я пойду в арт поставлю в лес. Вот это дерево. Вот сюда, да, знаю. Сейчас. Че, ребятушки, заморозишь его? Да. Поднимай. Нету маны, блин. Добил? Нет. Назад. Блин, а чё у тебя так ман не было? Не так знаю, что-то не хватило, малясик. Может купить этот еще базилку нам? Могу, да. В принципе. Смотри, оп. Марат, базилка есть у нас теперь. На, покушай. А, у тебя это ботинок? Там на меду что-то там побежают. Там аппарат просто дает. А, побью пока вышку. Это им реально очень жестко. Есть ман на 2 скилла, смотри. Так, 150 нет. А, у тебя где жить какой-то? Ха-ха-ха. Не понимает, что происходит. Беги. Сейчас фиссуру даст. Да он ушел, видишь, куда? Но все равно. Вон он сейчас вернется. Блин, надо было качаться пойти. К нам клопа прилетела. Бить будем. Опа, а что ты? О, а чё ты стесняешься, да? Ой! Не успел. А, это наша ульта? Блин, я ж испугался. Почему я её вижу? Ещё сначала не понял такой. Я думаю, может быть, этот купить. Magic Stick. Покупай обязательно. Нет, я помню, игру затащил Magic Stick'ом одну. Только Magic Stick'ом чисто. Сейчас презентик прилетит. А чё клопа такая контуженная? Чё с ним? А упоротая просто. Слушай, 2 килла, и это мы с тобой сделали только. Ты такой ощущаешь, что там без руки играют? Да не, просто мы их разводим. Ай! Придурок, что ли? Валим отсюда. Фас. Надо манусики сейчас подкопить. Давай, копить.
Хуй стоп, блин. По-любому. Мне? Я думал, даггер. Что ж так дэмиджи не хватает? Базилик, включи. Включи базилик. Испугался. Давай. Ош, стой. Уже веселее будет. У этого фиссуру. По-любому. Победа. Победа. И заталкивать его на всякие вот такие штуки, да? Мне нравится фиссуры заталкивать на всякие эти... Как места для вардов называются? О, иди сюда. Ой, поднимай, поднимай, поднимай. А ты чего? Блин, иди сюда, Карло, верни, ну друг. Чё? Вернись. Блин. Я хотел фиссуру дать и растерялся, честно. Блин. Я думал, фиссуру и убили бы. Не надо было ульту тратить. Да я вообще... Да, да, я понял, я затупил, согласен. Я просто по-другому хотел немножко. Ну чё, профит убил, вообще их убил. Как тут? Да, затупил, мальчик. О, кто там идет там? Инвокер, давай примем. А, я упал и разбился. Как же я так лажанул. Все, пойдем к Андре. Пойдем. Только мне надо купить ботиночек на Манусику. Вообще как-то себе лучше, наверное. Хотя, спирали прокану. Ну да, жизни мало, проседать буду. Ну, потом аганимчик, чё как, соображу. Не, потом форстав. О, смотри. А, это наш. У кого тут вкусные заклинания? А ну, дай сюда. Инвокеры, сразу. Все скиллы. Не успел забрать ульту, ну что ж так быстро-то убили его? Вообще так быстро ушатали, я вообще даже не... Хотя... Эх, было бы классно ульту стрелять. Что-нибудь сделать с ним? Что-нибудь, говорит, сделай. У меня ульта. Ульта. Ульта Джекернау. Иди маны дам. Да у меня маны в порядке. Ульта. Пушу. Так, почти ферстав, 700 монет, смотри как. У меня почти БКБ. Блин, где этот ферстав? Как ты добил? Ты где вообще? А, вот он. Как ты добил вообще? Я не знаю. Я ничего не делал. Все.
Пойдем вниз. Пошли. У меня ульта этого есть. Джиггер снова. Тайминг выдерживай, когда я его встану. Взяли. О, в лесу там кто-то фармит. Что-то я не добиваю. Мне кажется, или сейчас к нам сейчас выедут? Нет, они сегодня. Дальше идем. Нет. Б, давайте Б, ребят. Они к нам выдвинулись. Идем помогать. Кому? Вот. Блин, сейчас. Иди сюда, сюда. Давай, замораживай его. Давай, братуха, до свидания. Мне конец. Меня засейвили. Я тебя засейвил. А, я на них агр кинул. Меня засейвили, короче, какие-то. Пацаны сейвят, да? Снова. Бифуры накосячу. Значит, я не бежал, тоже косячу. Джаггер не ожидал. Конечно, ульты в него, в его же. Ему конец. Таш, ты даешь. Ты чё, куда пошел? А там клопа. А. Middle power. Чего ты? Битва саппортов. Марифура что-то знает. У тебя дагер, да, будет скоро? А, после БКБ? После БКБ, да. Наверное, просто соберу. Не то стырил. Уходим, уходим. Тут уж понятно, что. А вот дагер гони надо, гони, хотя гони сначала скрой. Хотя. Пошли сначала дефить, а сначала дефить. Ну дефить. А куда ты на миг теперь? Ой. Что ты этим сделал? Я хотел вард пойти поставить. Надо дефить. Это что, один мент дефить? Я сейчас приду. Your bottom tower is under attack.
Подожди, не бери эту говорю, ну. Я сейчас возьму. Короче, ну, я не знаю, почему ты ко мне не пришел. Я не понимаю этого. Блин, ну я шел, я вард пошел поставить. Ну, короче, ну меня забрали. Вышку могли забрать. Вард-то зачем ставить? Тем более ТП в руках. ТПКД было, Костик, я пришел бы. Че, какие планы? Тушим? Еще идем, смотри, вот эти двое, видишь, здесь стоят? Что дальше идти? Вообще джаггер был. Приглушил пацана. Как муху. Ну вот это победа. Победа на лайне, если все сейчас. Вон, идем? Угу. Все, пойдем вниз, вниз быстрее. Это не стоит сюда встать. Макс. Мало ли это такс. Угу. Че, уходим отсюда? Нет, пушим дальше. Да? Не даем мы. А мы здесь вдвоем с тобой. Ну вот теперь. Теперь пропушим. Подпушим. Че, теперь уходим? Нет? Надо здесь подпушить и здесь пушить, или нет, понимаешь? Да, без проблем. Я спрашиваю, или же нет, ничего. Не стой вместе. Ну, мы здесь просто вдвоем были. Я это как... Чё мог, делал. Ой, ей хандец. Жесть. Как думаешь, даггер или аганим? Вы меня не позвали даже. Хотя бы сказали, что он Думаешь, что купить? Может, тролла? Или блудстон? Какой блудстон? БКБ. Зачем тебе? Ты видишь, сколько скиллов там? Да, там достаточно. Да они не взяли, смотри, куда они идут. Идем. Селение слушаем. Надо напрягать их. Надо. Да, хватит. Все, идем. Это я тыкаю. А, это ты им тыкаешь, я думаю. Что за безумец там вытыкался. Мой фарм. Нет. Куда ты ушел? Я вот сюда. Тут фура стоит, один. Один фура сейчас придет и изберу. Вон, джаггер бегает, к примеру.
все замедленно. Мы вдвоем тут кость. Так давай вдвоем убьем его. Домой. Засейвил опять. Ну же, ну крепко. Ну не отпускай! Ну держи его. Ну что ж такое? Все, давай, добивай, добивай, ну. Добивай, давай, давай, ты сможешь еще один крест там. Все, домой. Не добись вообще. Такие тупые. А почему от крипа не взять и... Мам, не хватило. Что-то есть арканы? Есть, но я не там. Я на топ пойду пока. Бедная цемочка. Через креста герой. Кто с даггером? Да он больше и некого был. Вот опять дура, вот натуре, такой конченый. Вот, честно, кто, кто, кто? Да аппарат, кто? У него была мега, он рушит вниз. Ты идиот? Вот просто, ну его нахер называется. Я сон украл. Смысл это просто. На себя кидать. Здесь кто-то был. Сон, может, его? Блин, блинский. Надо было в сон себя кидать, да? Ты видишь, что вообще происходило? Ну, то, что все вообще пошло. И все, на труп. Мы им вообще бежать не должны давать, я вот квапа просто рядом бегаю где-то. Я вообще ульта не видел. Вообще дышать нельзя давать им, они тупят. Они начинают какие-то лес фармить, что-то вообще. Чем занимаются, непонятно. Вот, пропушить осталось, нести линию, все. Минус два сделать. Либо минус два сделать, потерошу вообще забрать. Ну. Тупят просто, как овцы какие-то. Погоним фармить. Забил на ваш миг, пойду огоним фармить. Лучше огоним нафармить через 5 минут, чем лучше, чем по миду просто вышку сломать. Честное слово, это бред. Ты куда пошел? Вот здесь был кто-то. Все, ждем, пока покушаю снизу.
все пушим здесь, это линию. Не на ней сидим помогать быстрее. Че, аганим уже кончился? Когда ты успел его? БКБ. Ой, БКБ, аганим уже. Погоня за ЦМ-кой. Ай, ЦМ-очка живет. Калеки, блин, малеки. Все, началось, короче. Он типа говорит, что КД. Ну, колечко. ТП-шится прямо вот сюда. Ну, что за дебил? Кто так ТП-шится? Какая фура так ТП-шится? Все, убил. Идиот. Не бей. Не бей без колечки. Ну. Разминем. Все, убиваем. Все, Акс, убиваем, все. Что тут осталось? Ничего бояться вообще не надо. Да идите сюда, куда вы пошли? Ух ты ж, блин. Чёрт. Я домой. Всё, иди отсюда. Я брасер, два брасера местами, я в ВЧ. Меня местами брасер? Да еще надо собрать. Петра вообще очень нужна. Угу. Пипец, пушки осталось прям малеха. Ну, сбиваю. Кто гонит фармить? Ребятки, давайте пушить, не надо фармить. Пушить, они донные. Ребята, вы тупые какие-то, давайте их спушим уже наконец. Че вы не дышать даете? Че, как, блин, какие-то боятся, черт непонятно. Давай, лови его, не? Чем я поймаю? Все, теперь можно ловить. Чего я вообще не боюсь на место здесь? Все, спушиваем, быстрее. Быстрее спушиваем, все, пушим, сливаем таура. Еще не отвлекаются. Угу. Все, на ХГ зайти, бей. Вот это сливаем. Отходи. Угу.
щиты хватило добить. Ну, все, там линию скушали. Да я лучше убил бы здесь, чем пошел туда, я тут пил там что-то. Вообще не понимаю, чего бояться. Ну, действительно. Нам, ему вот фури остается. Вот линия пушится, то просто пушит. Ему тупо заходить вот сюда вот, и сливать вот это вот. Угу. Фура, как дела? Ты что, скрушишь Макдак, что ли? И самого жирного криповик ест этим. Ха. Просто он сейчас 100 монет никуда. Угу. Я понял, надо есть маленького, а большого как бы добивать. Просто вот, которого он сейчас ел, он 100 монет дает. Маленький дает 16. Вот, ну он типа, он это математиком подумал, что сейчас 190 монет, классно будет же. Ну какие вот мозги тут таких? Ищи. Я, кстати, так тоже делал раньше. Я, ну, понимаю, когда... я понимаю, если он уровень там маленький, но уровень 10, то понимаю. А это, ну, это идиотизм. Минус клопа. Вон они, видишь? Обходят. Обходят, обходят, сзади, сзади, сзади. Фура, залети тоже на базу, да снесись. Акс тут где-то. Кость, за тобой Акс бежит. Да пофигу мне на этого Акс, честное слово. Король, я все вижу. Окей, хорошо. Ладно. Договорились. Я, блин, мансуй как могу. Говоришь про какого-то Акса. Ой, я плюсик прокачал вместо ульты на 16-м. Крипов мега сразу делает. Ничего, блин. Че бесит такие игры, когда начинают... О, да мы их убиваем, да все. Пипец. Это просто... Я тоже так умею. Блин, мне не хватило... БКБ надо было нажимать, чё-то я... Убей его, Костя. Ну там фура. Убей его, чё-то. Ай, долетел. Я думал, она уже урон летел. Им просто бить, им просто забить на противников и бить, реально. Все, победа. А почему так? Вот, ну, 5 интеллект, это 3 интеллект, сколько у нас? 4 интеллекта, 5, да? 5. Подожди, фура тоже интеллект? Блин, да, действительно. 5 интеллектов, ну что это такое? Почему такой пуш-потенциал вообще? Да потому что дышать не надо давать этим придуркам, иначе ничего не могут. Максимум на инвокер надежды, все. Дальше ничего. Ну, инвокер не смог. У него кирдон, не такой. Джагана! Джагана, блин!
Просто тычку в глаз. Бедный инвокер. ГГ изи. Короче, ну классно было. Начало, я вначале нормально играл, потом что-то расслабился и это. Спасибо Лави за победу. Я так видео назову. Потому что ты не поверишь. 4 игры я играл Рубиком. И ни одной победы. Ну, я играл с рандомными типами, просто в этом. Спасибо, Лавик, тебе. Ладно, всем пока, с вами был Лави и Каро Тарой. Это гайд по Рубику. И Цемки. Ну, я пипец помню. Ага. Все, ладно, давайте, пока.